Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Все это в магазине EuroGames.ru. Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони. Сегодня у нас очередная крутая серия по Брик Рикс. Да, привет всем, ребятки! Короче, ребята, мы с вами уничтожали роботов самыми извращенными способами. Но в связи с последней такой находочкой нашей, вот с помощью вот этих металлических шаров, мы сегодня будем проверять роботов на прочность и просто с высоты кидать все эти металлические шары на наших испытуемых. Да, ребята, будет, в общем-то, мясо, роботов вы любите, поэтому обязательно лайкос, и мы начинаем, в принципе. Давай посмотрим, у него вообще горит что-нибудь, нет? О, глаза, смотри. У тебя сейчас пукан загорит. У него глаза горят, посмотри. Так, ты готов? Смотри. Да вверх. Мне вообще ничего не страшно, ёпсель-мапсель. А так. Я могу двигаться, нет? Не знаю. Главное попасть. Господи, боже мой! Я не попал в тебя прям точно, но рядом было. Да, это было рядышком. Ты, кстати, кидай повыше их, наверное, лучше. А куда выше-то? А ты высоко кидал? Ну, нормально. Они даже что-то не разлетели в стороны. Ну-ка, давай-ка убирай свой металлолом оттуда. Так, а в том-то и смысл, чтобы тебя просто придавило. Да господи, боже мой! Охереть надо! Ты что меня прижал? Я даже не успел на F-очки отлететь-то. Да, давай еще разок тогда. Давай, подожди. Мне понравилось, как ты сдох на самом деле. Ну это да, меня просто придавило сразу. Так, ты что, встал? Ты убери свои херовоны-то. Куда я встал-то? Херовоны не так просто. Господи, убрать. Боже мой, что с этим роботом не так? Что с ним? Посмотри, как он стоит у меня. Он приуныл. Да-да-да, он точно приуныл, братан. Так, подожди, давай я его на центр вот так поставлю. Все, уходи с Давай, я на F сейчас отлетаю. Готов? Там? Давай. Все, шары пошли. О, господи, как высоко они летят, смотрите. Ой, давай. Рядом. Юрочка, свой, ёпсель-мопсель. А там не видно нифига, что ты кидаешь, поэтому... Да-да-да. Так, я вслепую вообще кидаю, на самом деле. Эй, а чё, я сам себя кинул, нормально вообще. Давай, пробуй еще разочек. Так, окей. Давай по 5 раз будем кидать, короче, потом я кину так же. Давай. Так, пошли шары, вроде летят хорошо. Ох ты, как высоко-то, а! Чпонька! Просто в говнище. Я полна макарона. Ты видел, как его приплющило-то? Вообще ничего не осталось. Колеса одни, смотри. И просто. Я, кстати, мертвый, смотри. Ну, это надо было ожидать. Да, то есть мы понимаем, что если шары на вас попали, друзья, то и роботу, и вам полный криндец. Крышка. Крышечка. Так, ладно. Я думаю, крышулечка, мать. Крышулечка. Я думаю, что нужно испытуемого пожирнее поставить и посмотреть, что произойдет с ним. Да, давай. Погнали. Ну что, Юрыч, дорогой, ты готов там? Замочу, порежу, подходи сюда, Вася. О, господи, ребята, вы посмотрите на этого робота, который решил выйти против наших замечательных шаров. Кстати, знаешь, как эти шары называются, нет? Террор Бэйл. Ну, типа того, да. Так, окей. Так, ну давай, я, в общем-то, начинаю кидать. Не знаю, попаду, нет, но постараюсь, по крайней мере. А полетели, вроде летят цель. Братан, ты должен был именно там стоять. Ты где стоял-то? Я не понял тебя сейчас. Да мне страшен, ваш террор. Просто жесть, друзья, я промазал, извиняюсь. Ну ничего страшного. Это было даже не рядом, слушай. Да, это даже далеко было не рядом. Так, подожди, надо понять вообще, как кидать их. Я не знаю, я на шару кидал. Да? Да. Шары на шару, видишь как? Ну окей, давай вот так вот как-нибудь кинем. А, далеко тоже вроде. А не, часть попадет. Нет! Ну ты же должен был стоять именно на середине, ёптель. Я и стою на середине. А, господи, боже мой, опять я разбился. Хэштег Юрыч фартовый. Юрыч фартожопый, я бы сказал. Так, ладно, я, наверное, сильно высоко пытаюсь задрать их. Давай вот так как-нибудь. Ой. Да. Ты куда поехал? Стой. Да я никуда не еду, я пытаюсь попасть. Я просто вообще не понимаю, как их надо кидать, чтобы попасть прям в цель. Давай, так, давай, я успокоил этого ненормального робота. Так, ладно, кидаю, братан. Не знаю куда, но куда-то кинул, вот! Да!
Это прям было чётенько. Слушай, вообще жестко. Мне кажется, что у таких мелких малышей роботов вообще шансов нету абсолютно. Я понял, так ты видел, как он сейчас просто разлетелся? Так он всю массу на себя принял, просто в говняшку. Друзья, если вам нравятся такие разбивушки против роботов, обязательно лайкос и пишите свои предложения в комментариях. Ну давай еще разочек, наверное, я кидану сейчас. Да, давай. Так. Так, я убрал, да. Все, давай, пошли. Ты еще на край прям его поставил, да? А он где восстановился, там восстановился, и черт с ним. Окей, ладно. Давай, сейчас я постараюсь прям еще раз в цель попасть, но это не точно. Так, где появляйтесь шары. Да-да-да, сейчас появится, подожди-ка, я вот так вот сделаю как-нибудь. Новая акция, каждому роботу по шару. Каждому роботу по шару полетели. Вот-вот-вот-вот, чисто. Ох, просто. Охренеть. Просто нахрен, да. Это просто тонна на тебя падает шаров металлических. Просто в говнище, я же говорю. Ну да, я не знаю, сколько вес у этих шаров, но она довольно-таки большая масса, да? Да-да-да. Так, ладно, убирай шары, меняем робота и продолжаем, ребята, с вами нашу вот такую забаву. Да, поехали. А, ну что ж, ребята, робот-дракон у нас здесь появился на крыше. Да, это, ребята, один из боссов, то есть такой, знаете, довольно-таки массивный дракоша. Видите, огонь изо рта у него идет здесь. В общем, он очень зол сейчас. Да, короче, голубь-переросток. Голубь-переросток, да. Так, ну давайте посмотрим, что эти смьюзи, или как их сделают с нашим этим роботом. Смьюзи уже пошли, лови. Да. Ой, как они быстро летят-то. Да! Сразу ему бошку оторвало нахер. Жесть, ты смотри, какие осколки, куда улетело все. Ты смотри, а голова-то продолжает огонь и давать-то, а? А где голова? Вон она снизу. О, господи, она взрывается еще. Так, я только хвост нашел. Хвост? Блин, это было жестко, реально. Да, ему прям, знаешь, передавило как будто это голову. Так, я вниз убираю шары. Давай. Так, давай, я сейчас поставлю ровненько его. Ой, там смотри, там здание горит. Наше, что ли? Да, ваше. А, у меня не горит. Так, ты готов? Так, я, да, я готов сейчас. Оба. Так. Я его поставил еще, знаешь, так наклоном, типа. Нормально. Да-да, приуныл. Господи, боже мой, давай. Он просто знает, что его ждет. Прям вблизи смотрим. Выстоял, смотри. Ну как? Большая часть. Голова-то вот она. А где? А, двигло вон оно внутри прыгает. А что не взорвалось, так интересно. Смотри, смотри, кольцо с этим. Да-да-да. С движком. Блин, ну тебе повезло, что ты остался в живых. Да-да, кстати, я живой, да. Но это просто был промазан удар был. Так, и я с одним шариком улетел в космос, прикинь. Так, давай, восстанавливай своего дракона. Да я готов уже. Так, готов. Мы тоже готовы. 3, 2, 1, пуск! Господи, как высоко, давайте смотреть, они криво летят. Криво летят? Ну все, зацепили, его разнесло, смотри. Тебе на хвост наступило, ты походу челюстью сам взорвался. Да-да-да, что-то такое произошло, потому что у него, видать, спереди где-то двигло у него. Да, ребята, если вы задавались вопросом, как приучить дракона, в принципе, смотрите. Да, мы его как раз этим сейчас и занимаемся. Сейчас я только... А, во, вот так, все нормально, давай. Так, вроде кидаю. Вроде шары пошли, вроде в центр летят, не в тебя, но тем не менее... Да, в центр. Это промах. Дракоша как стоял, так и стоит. Еще надо ему включить вот это вот... Огонь. Ой, господи, боже мой! Даже большая высота не нужна, в принципе, для того, чтобы большого робота превратить в кучу металлолома. Да, ребята, поэтому давайте возьмем уже кого-нибудь помассивнее и попробуем все-таки против них сделать. Да, гиганты пошли в бой. Друзья, ну теперь пришел босс по имени Сталин, и он говорит, что он уничтожит эти шарики, и они ему ничего не сделают. Давайте же проверим все-таки это. Мне кажется, что это такое себе, да, Сталин? А, ну не знаю, молот серпом есть, если что, ваши шары можно подрезать немножко. Подрезать, да, можно? Ну давай подрежем, давай, братан. Так, шары сейчас мы полетели. Посмотрим, как мы подрежем-то. Полетели, канители, бо! Обалдеть! Господи, боже мой, ты видел, как это было сейчас, как будто в замедленном темпе? Да, это знаешь, как будто гильотина упала, снизу здание разрушилось. Да ладно, смотри, еще взорвалось что-то. Да, я говорю, здание, блин. Господи, даже FPS проседал сейчас. Да, у меня 30-ку держит, ребята, это очень жестко. Так, убирай шары, продолжим. Давай, так, убрал. Так, ой.
Снизу здание, да, разрушилось, короче. Скоро и наша, походу, придет конец. Мой чувак, короче, застрял башкой в этом доме прям и висел, барахтался, как висельник. Так, ладно, давай-ка я пытаюсь еще выше сделать сейчас. Ты, главное, попади в цель. Да-да-да. Погнали! Иху! Давай, сейчас высоко очень шары были. И... Ты видел, что это было? Обалдеть, просто голову в самую задницу буквально засунули его. Блин, чувак, ну это было жестко, но он, смотри, он стоит еще. Ну как стоит, туловище стоит только. Ну туловище стоит и как бы, да, конструкция, в принципе. Так, ладно, убирай давай шары, еще разок. Он рвал. Убрал, теперь тело не стоит, да? Да-да-да, до конца просто жахнул он. Так, я выруливаю Сталина на исходную позицию. Окей, давай, попробуем сейчас. Так, окей, все, давай. Давай я попробую прям еще выше сделать. Еще выше? А ты уверен, что попадешь? Нет. Но попробую, ёпсель-мопсель. Охренеть, они летят. Нет, ну они не все. Чуть-чуть, подожди, я сейчас это, восстанови-ка его, ну-ка. Шару убей. Сейчас я вот так сделаю, да. Вот, все, хорошо, стоим, ждем. Чуть-чуть не попал я, но сейчас попадем, братан, сейчас попадем. Вот так вот, если мы сделаем. Во! Пошли. Бум! Просто, знаешь, как прессом его вот так вот. Да, точно. О, господи. Самая офигенная замена прессу, ребята. Вот это просто была красотища сейчас. Обалдеть. Да уж, ребята, Сталин, короче, такого не ожидал. Но теперь у нас есть черная альфа, и давайте попробуем его против этих шаров. Да, это, так сказать, такой босс, да, будет? Да, погнали. Погнали. Короче, ребята, черная альфа у нас в отставке. В отставке, да. Он уехал и обещал вернуться. Мы взяли вот такого вот робота, китайка, мы сидим вот здесь. Да. И вот это ее охранники, так сказать, лилипутики. Лилипуты толстосубы с пушками. Ну, они такие злобные, поэтому мы постараемся их всех сейчас уничтожить, если Юрыч попадет, конечно. Да, одним залпом сразу 4 морды, вот это было бы круто. Давай, ты готов? Пробуй, да, конечно. Шары полетели, но не знаю куда, слишком высоко я залетел. Господи боже мой, лилипутов уничтожить. И тебя тоже. Девчуля! Тоже. Девчуля ноги сломали. Девчуля, ты куда? Ну я-то живой, мне похеру. Я вышел и пошел. Я вижу тебя. Правда, у меня даже сидишь в воздухе. Подожди, а я выйти не могу. Она меня придавила, тварь. Ты смотри, один толстосуб живой. А он все, валит. Сейчас, подожди. Где? Блин, надеюсь. Так, окей, я убираю шары. Восстанавливай давай ребят всех этих. А я не могу сразу всех восстановить, это ты можешь по всем прыгать. А, да, окей. Так, для того, чтобы прыгать, надо восстановиться. Ой, ты куда, парень? Иди сюда. Так, кучней. Всех своих... Кучнее всех. Смотри. Белый как телохранитель. Всех моим ногам быстро. Белый как телохранитель. Да, все, он встал вообще просто. Мега-робот, мать его. А у этого лапа какая-то непонятная, у коричневого. Что за роботы вообще такие? Он сам не знает, что это за лапа. Да. Чтобы взятки брать. Ковырялся много где-то. Так, ну давай, кидай уже. 3, 2, 1, пуск! Господи, боже мой, друзья, смотрим, что сейчас будет. Ничего. Юрыч решил пойти по телохранителям сначала, видимо. А где я? Где шары? А где я? Где шары? Где Юрыч? Где шары? А, шары в космосе, окей. Да. Сидушка, по крайней мере. Так, ну ты только ранил нас, ты ничего не сделал. Все живые, ты прикинь, что? Да. Так, ну, полетел еще разок. Надо прям за разок всех. Да, но нет. Ну, свалила, конечно, просто у нас неустойчивый робот какой-то, но она упала, да. Ой, я робота забрал оттуда. Еще одного. И еще одного. Давай шары убирай свои. Да ща, подожди. И попадай уже в цель давай. Где шары? Вот не шары. А то наша героиня уже устала стоять. Устала ждать, да. Когда же меня замочат, говорит она. Да. И роботы защищают, видишь, как ее хорошо. Но... На себя удар, так сказать, берут, а она просто вообще, ей пофигу на все. Так, ответь, хорошо. Так, надо прям кучнее прям их ставить надо. Да надо просто в героиню метиться, а не в роботов. Да я вообще мечусь в воздух. Так, все хорошо. Все кученько стоят, все ждут. Да, все ждут эпичного взрыва, как со Сталиным, давай.
Погнали. Ну, где шары? Где шары? Не знаю, где шары. Господи, вот они, шары уже, вот они. Бум! И что-то... Что-то, я смотрю, мы это не только похоронили там. Причем я живой, братан. Я просто вот вышел и пошел дальше. Мы это исправим. Да-да-да, ага. Еще кинул, а меня там нету, да? Ты что сделал? Лови его. Я живой, братан. Да как ты живой, слышь? Ты уже знал, ты должен был. Я живу. Я живу, брат. Господи, боже мой, что делают эти шары, падла? Они пытаются нас убить. О, я упал со здания. Нет, я паркурю просто. Остановись, неверный. О, господи, они летят прямо над нами. Да, друзья, вот так плавненько все перешло на то, чтобы задавить Энтони, да? Да что ты не убираешь, слышь? Я потому что... Ой, господи, я тень не вижу. Ты просто. Потому что не робот, типа, да? Да-да-да. Ой, рядом. Это было рядом, Юрыч. Ну хватит меня. Да убери ты, убери! Убери ты, пластмассовый человек. Ладно, я буду на месте стоять. Давай, кидай свои шары уже. Надо их выше кидать, потому что они с маленькой высоты не убивают, ты прикинь? Да ладно. Нас к этому не готовил. Вот сейчас на тебя прям целая толпа упала. Целый ряд. Я прям на него, знаешь, посмотрел, любовался им просто, а он мне дал в жбан прям. Да, иди ко мне. А что ж, ребята, вот такая серия получилась. Поразрушали роботов. По мне так вообще круто. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик и пишите в комментариях, что думаете. Да, ребятки, всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока, ребят.